Добрый вечер! Вы на канале Липовый хуторок. Расчиняем хлеб с овсяными, с семенами льна, луковый хлеб с семенами льна. Вот натерли лука, приправы немножко. Ну а семена льна должны, ну, у нас где-то часа 5 стояли они, набухали. Кипяточка заливаем. Лук. Мед вместо сахара добавила. Все. Так, лук в глаза. Так, добавили ржаной муки, дрожжи. У нас получается на 2 литра. Значит, грамм 150-140 дрожжей. 2 столовые ложки соли, но я ложку приправы такой добавила, и ложку соли. Потом добавила мед, 3 ложки. Так, надо сахара было бы 4, так я 3 ложки меда добавила. Вот 4 ложки уксуса. Ну и вода. Лук, семена льна. Вот у нас должен получиться, я не знаю, очень вкусный хлеб. К нам завтра приедет мой сыночек Николай с женой, сыночкой своей, с моей невесточкой, самой лучшей невесточкой. Вот. Так, дрожжи заработали. Добавляю уже муку высшего сорта и мешаем. Так, ну все, тесто замесили. Сейчас накроем, пускай подходит. Шоколадный сервелат. Колбаса готовится. И сколько у вас уже колбасок? Так. У меня уже 4 колбаски. Покажите, покажите. Вот. 4 колбаски уже. Сейчас будет еще. На втором столе уже бутербродные конвертики готовы. Сейчас посыплем их кунжутом. Ой, мы так с кунжутом. Вообще. Ой, как уже вкусно. Так вкусно, за уши не оттянешь. Вот сколько у нас колбасы сервелада шоколадного получилось. Так, 870 кило. Ни себе чего. Да, будет добрым людям на угощение. Ну как же без бутербродных конвертиков. Там 14 с чем-то чеснок стоит. А там вагон. Липовый хуторок. Саша, иди сюда. Пожелай что-нибудь нашим подписчикам. Удачи и процветания. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Что же с ним? Сало, колбаса и сало. Да.
один заезд, за одну выплату. О, и салфетки разные. И разные памперсы разных фасонов, чтобы было на выбор, потом узнать, какие лучше. И пеленки, как говорится, и распашонки, что хочешь. А где-то еще ж пакет был с этим его разные. Тут пакет такой. Это в общем, а, ну все, да. В общем, все этого, все сфотографировала эти видео. Это выставили эти вот салфетки. Ну, а курочки такое не едят. Не едят. Едят. Да еще. Нет, ты в одну кучу кидай, пускай говорит. Все, хватит. Он сейчас остальное сварит. Да, сварим остальное. Ну, видишь, кушают. Угу. Кушайте, как курочки. Кушайте. Все, пойдем. Саша! 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 Коля! Так, улыбнулись. Господи, спаси и сохрани. Приехали на хутор. Целую зиму не были здесь. Что тут творится? Лебеди плавают. Не знаю, видно ли вам. Пара лебедей. Гуси полетели, а лебеди остались. Все ломается. Дров не взяли. Надо было бы запалить печь. Да. Что у нас здесь? Ну, вообще нормально. Надо помыть холодильник. Так, ну все. Холодильник помыли, морозильник помыли. Пускай все просыхает. Вода ровно с землей. Где-то полметра. Ровно с землей. А потом летом мало воды становится.
пара лебедей. Так приятно. У нас на хуторе пара лебедей. Здесь столько воды. Возможно, у нас еще такие вид замки, ключи должны прийти. Ну, а тебе фонде тебе был привод. Лук потерла на крупной терке, нарезала кольцами. Сейчас добавим специи и будет у нас шашлык. Добавила все, майонез добавлять не буду. Вообще майонез это вредно. Сейчас вилочками размешаю все. Все, пускай стоит. Все, Татьяна, продолжение следует. В другом видосике будет.
попробуй. Ну, не знаю. Ну, кидай. А там спички. Ну, пук. Может, уже и готово, Сашка? Я не знаю. Может, готово. Ну, Сатрушки, подержи, да и все. Дай перевернул. Перевернул. Все, наверное. Дубль три. А ту сторону, Саша, покажи. Что так быстро? Ну да. Готовые. Молодец. Куда? Что, хату нести? Угу. Ну. Жданка, Жданочка, Жданка.
Хорошая коза. А это Аранзал за мной следом ходит. А это вот наш орлик. Он очень похожий на свою папу. Добрый день всем, дорогие наши подписчики. Самые лучшие зрители нашего канала. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Помогите, поддержите канал своей подпиской, своей лайкой, своим комментарием. Кукуруза была в мешках. Завелись крысы. Столько крыс. Взяла, высыпала все на землю. Что курам, что сейчас вот подъедать, что свиньям дам, и все. На днях мне утром был звонок. Звонила подписчица, даже подписчицы из Слонинецкого района. И говорят: Томочка, мы хотим вам помочь. Мы хотим вам дать картошки и копу сена. Если бы это было ближе. Очень большая благодарность нашим дорогим подписчикам. Нашей дорогой Нине Федоровне и дорогой нашей Любовь Федоровне. Они же еще и мои родные тети. Всем огромный привет родине Ленинщине. Что кто привез, мы не откажемся. Но как добраться? 300 километров. Далековато. А нашим козочкам и нашим поросяткам это было бы очень большое подспорье.